Также поступил какой-то очень замысловатый вопрос, на который я могу ответить так. Нарушает ли право на образование, право на образование, в принципе, которое дано по Конституции, нарушаться не может, поскольку это право каждого человека на образование. Поэтому других комментариев по поводу этого ответа я, к сожалению, дать не могу, поскольку у меня их нет. Анна Валерьевна, я же правильно говорю, мы же не нарушаем никакие правила. Я абсолютно не нарушаю. Я не могу понять вот этот вот момент, прерывая, отчисляя студентов, не давая ему завершить среднее профессиональное образование. Я думаю, что даже комментировать. Я тоже думаю, что комментировать не нужно. Право на образование – это право, которое дано каждому человеку, уважаемым студентам. И ваше право вы можете использовать тогда, когда считаете нужным. Если вы поступаете на среднее профессиональное образование, на бюджет пробуете поступать, проходите, то дальше у вас есть право учиться на бюджете, на высшем образовании. Также есть право учиться, пробовать поступать на бюджет магистратуру, а после в аспирантуру. Поэтому используйте, пожалуйста, свое право.